Для студентов проводятся специальные курсы, на которых они смогут освоить различные профессии. Трехмесячные курсы охватывают востребованные на рынке труда специальности, а это сыграет важную роль в их дальнейшем трудоустройстве их участников. Цель краткосрочных курсов – быстрое обучение и подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка труда. С начала весны этого года Государственным агентством по профессиональному образованию при Министерстве образования было организовано более 20 тренингов, которые доступны всем гражданам. До конца текущего года планируется продолжить как существующие, так и организовать новые курсы. И мы намерены привлечь к таким тренингам свыше 1000 граждан. В основном тренинги проводятся по следующим 5 направлениям. Информационные и коммуникационные технологии, логистика, услуги, бухгалтерия и промышленность. Главная наша цель была обучение кадров по специальности оператор автокаров. То есть в данном случае обучение продлевалось в общем числе 5 дней. Юные кадры обучались как в школах, так и в обучающих центрах Бакинского порта. Среди участников тренинга есть и те, кто уже трудоустроен. Один из интересных нюансов состоит в том, что здесь наблюдается заинтересованность как представителей старшего, так и молодого поколения. А это, в свою очередь, является показателем отсутствия возрастных ограничений для участия в тренингах. К примеру, 51-летний участник тренинга Вагиф Рзаев показал на своем примере, что учиться никогда не поздно. «Мне были очень интересны как обучение, так и практика», — говорит он. Другому участнику курсов Кянану Махмудову эта программа обучения уже помогла в трудоустройстве, а Арзу Кязымова прошла курсы по складской логистике, имея за плечами вузовский диплом по специальности «Международные отношения». В течение года 606 человек были привлечены к обучению по 19 специальностям. До сих пор для участия в тренингах заявки подали около 4500 граждан. Более 600 человек уже успешно завершили курсы. Тренинги проводятся как онлайн, так и в очном форматах. Рауф Мамедов, Нуран Ахиперли, новости.